В городе Конаково открылся клуб предпринимателей «Кузнецов». Его главная цель – объединить бизнесменов нашего района для новых знакомств и обмена опытом, чтобы общими силами улучшить экономику города. Много друзей, товарищей моего возраста, предпринимателей, их в один момент повозвращались в Конаково, вот, из Москвы, кто-то вернулся из-за границы, и решили остаться здесь. И я подумал, наверное, было бы круто объединить таких энергичных людей, амбициозных. Название клуба выбрано не случайно. Он носит имя самого известного предпринимателя города Конаково Матвея Сидоровича Кузнецова. К слову, одной из тем первой встречи стал именно полезный бизнес-опыт прошлых столетий. Он подробно изучен в обществе купцов и промышленников. Потому что организация создавалась как с целью, восстановить историческую справедливость и предложить обществу вот все лучшие традиции, которые были созданы российским предпринимательским сословием до 1917 года. Потому что он содержит в себе не только такие значительные оригинальные предпринимательские технологии, но и вот такой общечеловеческий смысл в особом внимании к людям, социальную ответственность, благотворительность и большой вклад в развитие искусств, то есть иначе меценатскую деятельность. Основная тема разговора была посвящена вопросам сохранения и развития бизнеса в период пандемии и действующих ограничений. Опытом делились ведущие эксперты, чьи практики успешно применяются в России и США. Понимаем, что активность в России растет, нужно помогать малому и среднему бизнесу развиваться. Даже сегодняшняя лекция будет направлена на тему работы в онлайне и стратегии в онлайне, то есть каким образом можно простейшими инструментами предпринимателю, либо новичку, либо действующему бизнесу, неважно какой сферы, уже проработать стратегию, выработать свою воронку и именно переход в онлайн. И череда бизнес-завтраков будет посвящена как раз-таки этой теме. Первую встречу посетили около 15 представителей местного бизнес-сообщества. Клуб предпринимателей «Кузнецов» получил положительную оценку. Очень интересная идея организовать такой клуб. Надеюсь, что будем знакомиться с коллегами, с предпринимателями, общаться, дружить, обмениваться опытом. По итогам завтрака были сформулированы актуальные вопросы, которые интересуют местный бизнес. Все они будут детально разбираться на следующих встречах. В клубе всегда рады новым знакомствам, поэтому приглашают всех желающих.